сейчас добегу до места, где они есть. Если их там будет мало, то да, будут нужны. Я вижу, он не поехал, все нормально. На 60 от нас они выкип. Много. Все, гарнизон поставим. Там они еще зареспались. Прям полное отделение. На 50 выкер от нас. Викер, может попробовать снять ему этот респ? Там прям толпа. Чуть все ниже дымов. Да-да-да. Я там убил вроде всех рядом. Сейчас через секунд там 30, может заново они появятся. Сколько там у них обычно нарез времени. Это так, да. А, бегут они, бегут. Да, зарезались уже. Так, давайте будем атаковать точку Secret Line. Так вот, надо точку просто подойти, да? Да, она просто пропадает и все. Еще ее можно сносить гранатами. Гранатами с пушки, с танковой, с обычной артой можно снести. В общем, взрывами и подойти. По идее, можно с базуки даже снести. С базуки, с мандаршека. Возле камня. Там еще зареспались. Убивай их потихоньку. Слез. Хорошо, красава. Вовнутрь идите ко мне в окоп, тут вроде спокойно достаточно. Там в окопах много выкер. Ты сейчас заходишь, а сразу справа от тебя с пулеметом. Сейчас на перезарядку идет. Убил? Двоих убил за щепока. Хорошо. Пока не вижу больше у тебя никого рядом из врагов. Перезаряжаюсь. А, все. Здесь по-нашему же работают. Там свои, если что. По следующей точке. Короче, с базуки стреляют D7. Шестой сектор. Там партнера наш катается еще. Ну, вот по ней стреляют с базук. Да. Вот это он просто. Прикрываю пантеру как могу, тот капец. Да вот то же самое, я бегаю между ними. Кого-то пробежал, блин, надо его наступил. Да нет, командира, забейте. С основными действуете где-нибудь рядом с пехотой. Автоматиров просто положите бомбу.
еще раз подойдем, если. Блин, поторы прям в упор бегают с базуками, пацаны. Моей, ну. Так, мидрекорд, пойдем сейчас куда-нибудь вот сюда, вот метод движения поставил, туда вот пнем припасы. Припасы будем. Все, минус пантера. И сразу минус FPS, да. Тебе же сказали, отряд, который запрашивает это, не общается у командира. Поэтому никто не берет поддержку. Понимаешь? Хекера, у меня много, если чё. Нет, хочешь прям пострелять? На мою метку пришел. Мини-рекорд, ставь там прям ящик, я иду к тебе. Вот. Нормально, хотя бы так, респаун уже. Ну, вражеский танк. Вражеский танк, D6, улитка... Господи, 6. D6, улитка 6, вражеский танк. Во. Короче, надо... Я прям перед танком. Я тебя понимаю, а я прямо слева танка. И что? Да, у него дым пока не знаю. Да не кидайте вы в него гранаты. Ну, блин, как ты думаешь, ты закидаешь ли осколочными гранатами танк? Не, ну я не знаю, мало ли. Какой тут реализм? Тут сапёр будет, у меня ручка все. Все, возможно, точно. Дымами, да, можно его там потеребить. О, видишь, зашевелился, сразу же ожил. Там один человек, то есть. Ну, руины, кстати, тоже забрали. На следующую точку идем, на запасную станцию. Север не обходим и захватываем ее. Мы сейчас приезжайте сюда. Да забейте на это танк, погнали западе. Так западнее, север. Северо-западе. Подождите, тут сейчас стреляет вражеский. А, это еще один танк. Это два танка, еще один танк. А, это тоже то. Господи, боже ты мой. Ламар, это... сделай микрофон тише. Это нормально. Чё? Ставлю. Точку новую ставлю ближе. Там? Там пехи? Не-не, тут к базе просто ближе. А, я понял. У меня тут просто еще были до сих пор враги. Это резко по них просто стоит. D6, два вражеских танка находятся. Вот D6 квадрат, да, и одна единственная дорога. Нет, западная дорога. Там танчик. И северный еще один танчик. Что-то их никого нету. Только что были, вряд ли они испарились. Нет, на юге D6 стоит танк, что ты рассказываешь, вот на его слышу. Нет, я говорю это. А, господи, я подумал, это мне... На два экипажа танка, что ли? Я подумал, что это мне в командной говорят, и я ответил в командной. Так, чего два танка? Я говорю, осталось, если на два экипажа танка. Без понятия. Пантера, вражеский танк сейчас на точке руины, один из. Он заехал туда. Я думаю, что дальше. Так,
Да, трансфер, видишь, вот, командир конченый, и голосовой чат местами не работает, поэтому очень-очень неровная игра бывает. Хорошо, хоть отряд хороший. Я думал, она до меня не дойдет, если бы. Он так уверенно бежал, но... разрывы. Гляди, где я. Стоит ли тебе ставить там, а он просто... даже не знаю, попробуй. Стыло, блин. Попробуй. Не, просто думал, что Алексей сейчас вот-вот, и прям передо мной разрыв остановится. Вами. А, его уже нет, забейте. Езжайте дальше. Пантера дашь, бро? Так, танк вырезался. Где? А, передо мной пошел на... Пошел дальше, да. К вам, туда. По главной дороге. Нужно на руины зайти. Теряем точку. Кто рядом с руинами, заходите на руины. Кто дальше, идите на следующую точку. О! Чудесно. Да им жопа здесь будет. Снял тут у них респу. Полегче вам тут должно быть. Блин, арта сейчас вообще не туда бьет, куда надо. Ой, Феллини, плюс-минус, да. Я бы не сказал, что она ошибка аркадней по скрипту. По крайней мере, здесь пока что нет возможности никакие поправки по целом вводить. И стамины нет. В этом, да, в этом аркадне. Что-то он, наверное, пуск не стал. Но в остальном, да, по-моему, да, просто. Не понял, Вейкер. Но бодрее. Прям за арту их не поставил. И пока что живые в этом стиле. Чего по скрипту меня вообще? Оно для этого и сделано. Оно слишком жесткое. Но оно жесткое только от пулеметов. От всего остального оно почти... Да у меня сейчас экран ничего. А, ну от пулеметов и от разрывов. Пролетел. Пускай печаль. Сразу. Я более-менее привык. Бывает, конечно, вот на этой карте, да, темновато в некоторых местах, особенно на ходу, можно и пробежать против. Но в целом я яркость не трогаю. Это не допом. Да,
Танк стоит рядом с руинами. Рядом с руинами севернее, буквально в упор. Надо бы его снести. Господи, куда ты наш танк стреляет? Меня аж все черно-белое сразу. Да? Если от танка летят искры, значит его ремонтируют или он просто нет, поломанный? Там никак не рисуют, потому что его ремонтируют, видно, что рядом сидит человек и что-то крутит. Понял. Ох, прям по нему сейчас попало. Отряды, подходите на западную точку, один хотя бы отряд, помогите. Танк взорвали. Идите к нам. Тут сейчас по лесам к нам куча людей побежит. Сейчас я хочу у них респ сломать. У них прям на углу хорошо респ стоит. Шикарно прям. Черт. Вот, кстати, открыл, посмотрел. Ну-ка еще раз нажми. Ты крышку откидываешь и смотришь на него, да? Да-да-да. Да, у меня тоже все это видно, прикольно. Ёптать, прямо на наш респ пьёт ветер. Наш уже бежит с базукой, давай-давай, с Пантерфаустом. О, взорвал один, красавчик. Давай еще второй. Нет, его убили. Он с большими глазами такими лежит. Потом покажу, бля.